Мы с вами находимся на тепличном комплексе Белогорье, который состоит из 14 гектар защищенного грунта. Данный комплекс смело можно назвать одним из самых технологичных комплексов и энергонасыщенных комплексов России и Европы. На данном комплексе применяется система когенерационного производства энергии. Энергоцентр данного тепличного комплекса состоит из 6 когенерационных установок. Данные когенерационные установки являются установками модульного типа, работают в параллельном режиме между собой. Система управления когенерационными установками интегрирована в систему управления тепличного комплекса, и это позволяет всей системе работать слаженно, как одно целое. Тепличный комплекс позволяет выращивать овощи и зеленые культуры круглогодично, в том числе и в зимний период. Для реализации данного выращивания овощей в защищенном грунте на нашем предприятии реализовано 6 когенерационных установок. Они вырабатывают общей мощности 18 мегаватт электроэнергии. Установки дают нам помимо электрической энергии еще и как побочный эффект тепловую энергию, которую мы аккумулируем в теплоаккумулирующей емкости, которая впоследствии используется также на обогрев теплиц. Также преимущество современных газопоршневых установок – это вырабатываемые газы, так называемый CO2, который очень необходим для подкормки растений, для производства процесса фотосинтеза. Процесс управления машинами полностью автоматизирован. Главный управляющий компьютер теплицы делает запрос на потребление мощности. Управляющий компьютер газопоршневыми установками анализирует входящий сигнал от теплиц и автоматически выбирает то количество агрегатов, которое необходимо для включения, чтобы потребить запрашиваемую мощность теплиц. Техническое обслуживание установок производится через каждые 2000 часов работы двигателя. Производится согласно регламенту. Как правило, работы включают в себя замену расходных материалов, таких как воздушные фильтра, масляные фильтра, газовые фильтра. При необходимости производится замена масляного и масляного фильтра. Также производится регулировка впускных выпускных клапанов, чистка свечей зажигания, смазка узлов и агрегатов двигателя. Замена масла осуществляется практически в автоматическом режиме и требует только установки клапанов в необходимое положение и нажатия кнопки. Далее процесс идет автоматически. Работы, как правило, занимают не больше одного рабочего дня. И после этого мы можем работать следующие 2000 часов.